Красноярске собираются наконец-то построить крытый стадион, с чем я вас тоже поздравляю. Единственное, о чем сейчас спорят все болельщики, это вместимость стадиона, 5000 человек. Как вы к этому относитесь? Я абсолютно против, что там кто-то шумит. 5 это самое оптимальное. Но надо сказать, что посещаемость на все матчи наши, по сбору, если брать по сбору после матча, мы собираем по 2000 зрителей. По сбору денег после матча. Приходит там кто-то, говорит, 5-7 тысяч. Но сбор очевиден. 2000 зрителей на матч приходит. Как они проходят, другой вопрос. И есть ли эти 5 вообще? И ходят ли эти 5 на хоккей? Даже как-то они там проходят. Я вот уже много лет здесь работаю. Мне интересно после каждого матча зайти в бухгалтерию и спросить, сколько мы собрали. 2000, 2200, 2300. Поэтому это самое оптимальное, это самая комфортная цифра, 5000 мест.